при коммунизме люди стремились в церковь, было православие, было мусульманство, хоть и запрещали, люди все равно шли. Если им нужно, они шли. Люди хотели здоровья, они только через Бога, потому что бабушки лечили, а бабушки церкви это направляли все равно. Но надо людям еще знать Бога, каков Он есть. Через Библию, это я начал уже понимать, что Библия рассказывает о Боге. Мало людей, ну, чтобы сосредоточиться на этом. Изучал немножко Библию, но что-то меня не тянуло все равно туда. А когда началась и свою церковь, и посещая субботние школы, ну и в церкви находясь, и общаясь, я больше начал познавать и чувствую себя, наоборот, более свободным с Богом.